На международном инвестиционном форуме Кубань показала главным образом проекты, рассчитанные на средний бизнес. За некоторые взяться могут даже совсем небольшие компании. Например, производство плетеной мебели в Геленджике. Без так называемых мегапроектов тоже не обошлось, но по меркам прошлых лет это относительно небольшие размахи в плане сумм инвестиций. По мнению экспертов, ставка на небольшие бизнес-предложения – наиболее рациональный подход в нынешней ситуации. В условиях макроэкономической нестабильности, в условиях дефицита крупного внешнего финансирования реализация масштабных мегапроектов является достаточно проблематичной. Все-таки основным драйвером развития любой экономической системы, в том числе экономической системы нашего региона, является как раз-таки малый и средний бизнес. Под экономическую обстановку подстраивается и концепция инвестиций в регионе. Страдать гигантоманией, как выразился губернатор Краснодарского края, сейчас становится невыгодно для бюджета. Инвестиционный поток необходимо направить не только в крупные города, но и на периферию, где ранее не были избалованы капиталовложениями. Павильоны бывшего Олимпийского медиацентра в эти дни – своеобразный инвестиционный гипермаркет. Как и предыдущие годы, кубанская экспозиция самая большая на форуме, потому как оформлена презентация каждого района, можно судить о приоритетных направлениях развития. Например, на стенде Краснодара организаторы предлагают с помощью таких очков заглянуть в виртуальную реальность и посмотреть, какой в жизни будет действительность инвестиционная. Ставку делают на высокотехнологичные проекты. Объемы финансовых вливаний в регион планомерно снижались после Олимпиады. Поэтому для поиска новых инвесторов нужна сильная и конкурентная экономика, отмечают эксперты. И начинать строить ее нужно в районах. Поэтому на форуме очень пристально выбирали привлекательные муниципальные проекты. Вениамин Кондратьев осмотрел кубанские стенды, которые в Сочи привезли 44 района. Главный тезис общения с их руководителями – в строительство замков из песка никто не верит. Инвестор может не находиться, вы можете искать его бесконечно, на каждом форуме, так и не найти. Потому что проект должен быть максимально адаптирован к реальности, максимально интегрирован в сегодняшний рынок, в потребности рынка. Если это нет, то и инвестора нет. К сожалению, это, ребят, рынок, здесь мы ничего не делаем. Поэтому ищите то, что будет максимально востребовано. Вы подстраиваетесь под рынок. Побороть бизнес-апатию – задача муниципальных властей. Вкладывать собственные деньги в один красивый макет, не имеющий под собой никаких условий в реальности, никто не станет. Под условиями Вениамин Кондратьев имеет в виду готовую инфраструктуру под предлагаемые проекты. То есть, как минимум, подведенное электричество, воду и проложенные дороги. Инфраструктуру, вы говорите, вы подтянете. Да. Все, что нужно больше инвестору? Тогда он реально берет землю, инфраструктура – не его головная боль, туда он деньги не тратит, а максимально получает выхлоп, как они говорят, за счет чистого строительства и максимально быстрого реализационного периода проекта. Чтобы привлечь инвестора, нужно думать как инвестор. У краснодарского стенда губернатор наглядно разбирает ситуацию. В качестве бизнесмена, ищущего куда бы вложить деньги, министр финансов края. Мэр Краснодара должен убедить его в привлекательности проекта. Иван Александрович, у него есть очень много денег, он инвестор, он подошел и готов деньги потратить. Убедите его в том, чтобы он вложил эти деньги в то, что вы сейчас презентуете. Дайте ему какой-то свой пакет документов, да, дайте показать ему хотя бы предварительно изначальную... Экономическое основание, да? И это тоже, но и как инвестору принципиально важно, чтобы деньги возвращались. Дайте хотя бы хоть какой-то экономический расчет, сколько вложит и сколько получит. Смысл мини-тренинга оказался прост. Если бизнесмена заинтересовал проект, он должен без сложных схем тут же получить весь необходимый пакет документов, безупречный с юридической точки зрения. Далеко не все муниципалитеты это предлагают. Хотя для инвестора подобная модель срабатывает. Пример – Лабинский район. Мы привезли и подписали соглашение по началу строительства логистического центра по хранению картофеля, хранению овощей с крестьянско-фермерским хозяйством. Общая стоимость порядка 200 миллионов. То есть, фермер сам будет строить? Сам фермер на своих землях. Да, да. Земли городские, в городской черте, прилегают к его территории. То есть там, где база картофелеводства, овощеводства, это все мы с ним уже просмотрели. Пройдя по вашим коллегам, по нашим коллегам, это практически первый проект, который максимально интегрирован в реальную жизнь, при том реально региональной экономики. То есть особенно, как вы называете, логистический центр.
Строительство логистических центров, составляющее сельскохозяйственных инвестиций в регионе. Еще двумя приоритетными направлениями для Кубани губернатор назвал пищевую переработку и промышленное производство. В общем, движение на диверсификацию экономики. Как ни удивительно, это возможно даже после падения рубля. Ведь иностранным компаниям стало дешевле инвестировать в Россию. Интерес к региону проявляют и те, кому это запрещают нынешние правила политической игры. Немцы рассматривают Кубань для будущих вложений. Здесь очень много финансового и экономического потенциала. Это компания, представляющая туристическую отрасль. Ваша страна, и в частности Кубань, просто превосходно подходит для туризма. Сочинский саммит традиционно фокусируется не только на инвестиционной повестке, но и на перспективах развития регионов. Вениамин Кондратьев дал понять, бюджетная политика края должна быть более жесткой. Даже ради экономического прорыва власть не имеет права ухудшать жизнь людей. Социальные обязательства выполняют в любых условиях. И для этого тоже нужны реальные, а не бутафорские инвестпроекты. Мы достаем из сундука вещь, протерли, подкрасили, где-то перекрасили, убрали пыль и опять выставляем и пытаемся говорить о том, что покупайте, и все у вас будет хорошо. Но я еще раз подчеркну, мы сами отчасти где-то не верим в том, что этот проект может быть реализован. Сегодня мы находимся в рынке. Экономическое пространство, которое сегодня есть, оно сегодня на самом деле заставляет не только муниципальное образование, но и все субъекты быть менеджерами. Мы ищем способ, каким образом заработать, каким образом сбалансировать бюджет, сбалансировать расход с доходом, так, чтобы мы могли жить и на самом деле народ мог ощущать комфорт. Это очень важно. Международный инвестиционный форум в Сочи принес Краснодарскому краю больше 300 соглашений на сумму 279 миллиардов рублей. Меньше, чем в прошлом году, но, по словам экспертов, это еще не показатель. Важно не сколько миллиардов на бумаге, а в каких объемах они реализуются в жизни. Известно, что четверть всех заключенных контрактов – это то, что будет строиться в ближайший год. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Денис Москаленко, Кубань-24, Сочи.